По-английски. И сегодня я вам покажу, как делать для моего Тёмочки. Скажи что-нибудь. Тёма. Ничего не хочет говорить. Ну вот. Мы сделаем вот такой домик всего лишь за 1 минуту. Или даже за... Я сказал 50 секунд или за 40. Итак, поехали. Разбираем. Раз, два, три и четыре. Четыре подушки. Тёма, не трогай. Вот это и вот это. Ничего абсолютно нету. И теперь мы быстро делаем. Так, поехали. Мне с камерой, и поэтому мне побольше чуть-чуть времени будет. Так, засекайте, сколько это. Да, Тёма. Быстрее, Тёма. Мне просто с камерой неудобно. Сейчас положу. Вот, извините, что долго. И мы уже построили домик. И можно сделать крышу, конечно, и играть тут, но это будет место для Тёмы. Тимуся, что ты тут делаешь? Тёмочка, нельзя. Нельзя, нельзя, нельзя. Тимуся. Тимуся. Садись, Тёмочка. Играй. Сейчас тебе грузик принесу. Вот сколько тут игрушек. Так. На. Котеночек. На. Ой, прости, Тёмся. Что такое? Так, Тимуля играет пока что. Ну, еще тут дадим. Тёмочка, на. Куски хочешь? Еще можно сделать очень много всяких игрушек. И вот этот домик получился у нас за 1 минуту. Итак, если же вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!